ребята, битва у Кирилл, нас исполняй, да. шахматный камбэк и... Шахматный камбэк против шахматного феникса. Редкий случай. Кто это вообще? Я не знаю. Мужик, ты кто? Ну давай мужика тогда, он должен знать этот ход. Не, погоди, а как же мой гамбит? Это не мой гамбит, что ты делаешь? Не мой, это не... Да никто не будет брать эту пешку. Это не мой гамбит. Глухой не мой гамбит. Ну почему? Кирилл, мы же обсуждали это. Нормально все. Где хорошо. Нормально? Где? Все отстанет. Даже 5 надо играть. А надо где-то даже 4 и упрется. И? Ну и отлично. У нас уже фигура нет. Хватит тупить, пожалуйста. Это не 1800, с которой можно так поступать. Вот, это, кстати, хорошо. А6. Линию надо было вскрыть. Жертву качества. Вот это мне нравится. Я бы не взял такое жертву качества. Тоже не возьму. Стоп, ну теперь же есть F6. О, нет. Может быть, H6? Спроцирую его на эту херню. Ладно, погнали, погнали. Просто все вперед. Просто вот все вперед. Не знаю, хорошо, плохо. Дай мат. F5. E4. Слишком. Слишком? Может быть, E4? Ты только что сказал. Я напоминаю, что есть ход Е4. Я тебе говорил, что есть ход Е4? Да. Точно говорил, что есть ход Е4? Точно. Я, по крайней мере, что-то такое припоминаю. Слушай, новость, ты в курсе, да? Есть ход Е4. Нет, а этого был не в курсе. Спасибо, что упомянул. Не успел твой Е4 провести, обидно. Да. Ну, конь Е6. Погоди, погоди. Конкретика? Ты обратил внимание, что у тебя как-то не получается доносить? Ну, это не у меня и получается, а у меня получается, как позволяет соперник. Да конь Е6, пойди уже. Отличный ход, по-моему. Да, и в чем идея сделать? Тупым своего слона. Ну он сейчас его просто уберет. Нет, он попался в ловушку. Ну, коня не убирать тогда. Какую ловушку? Так тонко тогда, кстати. Да, и тут он-то все посчитал, но он, видимо, не посчитал, что слон все равно в ловушке. А может посчитал и решил, что это лучшее положение, не знаю. Да, видел далеко. Феникс. Какой радостный парень. Сейчас начнется перехват, наверное. План? Так. Так, у нас теперь не хватает двух пешек. Это счастье. Нет, стоп, точно двух? У нас четыре? Нет, у нас пять. Да, двух, к сожалению, двух. Слушай, ну вот это... Мат тут уже все. Да, привет. Все поля просто отрезали. Ну а, не против швей. Ну да, куда он уйдет? Ну он пешку возьмет. Мне кажется, с трудом это верится, я не вижу конфликтированного мат. Но я в 4, наверное, хороший ход. Да. Да. Он должен ферзя отдавать сразу. Ну ферзь Е6 грозится мат. Да, если ферзя не отдаст, то будет мат. Если ферзя отдаст, то будет ферзь. И мат. Какой мат ставим, ферзь Е6 или Ж6? Да, Ж6 симпатичный. Да, симпатичный. Ты хотел симпатичный, вот тебе симпатичный. Ну да, более-менее. Эта партия подойдет для возвращения. Да. Всем спасибо за внимание.